Областной казахский драматический театр начал свой новый 84-й сезон. Коллектив данного храма искусств театра приготовил для зрителей немало интересного. Сезон открылся драмой «Айша Биби». Спектакль повествует о любви между Айша Биби и Караканом. Постановка основана на известной легенде. По словам автора пьесы, драматурга Булата Бекжанова, ее он начал писать 10 лет назад. Я хотел показать эту искреннюю любовь той эпохи, того времени. Каракан и Айша Биби в этом городе и в это время. Я мечтал добавить еще одно произведение на тему национальной любви. Вот так родился этот спектакль. По словам актера, сыгравшего роль Шамандура, воспитателя Каракана, на сцене очень сложно сыграть роль исторических персонажей. Понадобилось длительное время, чтобы войти в роль. Впрочем, оценить искусство актеров в этот день пришло немало жителей. И, безусловно, аншлаг – это главное событие для театра. Мой герой – военный полководец. Говорят современным языком. Прежде всего, это человек, который воспитал Каракана как хана. Каракан является владельцем трона. Яркие спектакли, новаторские постановки, творческие эксперименты и, конечно, актерское мастерство группы. Как и всегда, новый театральный сезон обещает быть насыщенным, а жамбыльских жителей ждет разнообразный и интересный репертуар. Виктория Трегубова, Лесбек Абдыжапар, 77 News.